Женщины, этих знаков зодиака с возрастом становятся красивее. Многие замечают, что некоторые женщины с годами становятся все краше. Можно подумать, будто они узнали секрет вечной молодости, или прибегли к помощи пластического хирурга. Но это не так. По мнению астрологов, такая особенность связана с определенными знаками зодиака. Давайте узнаем, кто эти счастливицы. Козерог. Козероги – лидеры в этом вопросе. В детстве они характеризуются взрослым поведением и образом мышления. Поэтому сверстники считают их очень умными и ответственными. Часто ко многим вопросам относятся излишне серьезно и также подходят к их решению. Противоречие между внешним и внутренним обликом делает их менее привлекательными в более молодом возрасте. Чем старше становится девушка-козерог, тем больше она расцветает и привлекает внимание противоположного пола. У нее есть особая магия и огромная уверенность в своей красоте. Чем большего ей удалось добиться в жизни, тем ярче она сияет. Каждый год добавляет в образ козерога все больше и больше изюминок. Козерог видит в каждом событии скорее приключение, чем проблему. Такое отношение притягивает людей как магнит. И эта тенденция продлится до конца жизни. Весы. Красота женщины во многом зависит от того, как она принимает свое внутреннее «я». В юном возрасте у девушек весов очень нестабильная самооценка. Она колеблется даже в течение дня. Только что девочка была богиней, а в следующий момент она чувствует себя безобразным чудовищем. Очень часто весы сосредотачиваются только на отрицательных сторонах своей внешности. Женщина смотрит в зеркало и замечает в себе только самое худшее. Однако с годами женщины-весы становятся все увереннее. Они выбирают стиль, в котором чувствуют себя комфортно, но при этом выглядят красиво. Исчезает та горечь, которая была им свойственна из-за колебаний настроения и неуверенности в себе. Весы в совершенстве владеют декоративной косметикой, используют ее, чтобы подчеркнуть свои изюминки и скрыть огрехи природы. Однако для приобретения этой способности требуется довольно много времени. К 30 годам она чувствует себя в мире моды как рыба в воде. Меняются ее отношения с противоположным полом, которые она способна читать как открытую книгу. И эти качества превращают ее в женщину, от которой люди теряют голову. Весы окружены веером поклонников и находятся в центре внимания гораздо чаще других. Близнецы. В юные годы девушки-близнецы покоряют сердца милым личиком, но их женственность скрыта за спортивной одеждой. Близнецы в молодом возрасте вовсе не склонны подчеркивать свою женственность и сексуальность. Со временем в их характере проявляется некая глубина, исчезает юношеская легкость. Это похоже на превращение алмаза в бриллиант. Сквозь милый облик проступает богатый внутренний мир, окутывая его особой аурой. Мужчины слетаются к этому свету, как мотыльки. Рак. В юном возрасте раки борются с довольно большим количеством комплексов. Они болезненно реагируют на любые выпады в их сторону, так как сами уверены в своей непривлекательности. И их максимализм в подростковом возрасте не помогает им стать мягче или грациознее. Но чем старше они становятся, тем больший отклик эта женственность и уязвимость вызывает у окружающих. Женщины-раки развивают некую грацию. Рядом с ними можно ощутить душевный покой и умиротворение. Их можно рассматривать как залог хорошего настроения. С годами они становятся все более расслабленными и уверенными. Их красота расцветает каждый год. Очарование рака только растет, и его сила также увеличивается с возрастом. Это привлекает более молодых партнеров, потому что им комфортно с такой женщиной. Дева. В юности дева не стремится выделиться среди сверстников. Предпочитает слиться с обстановкой и не привлекать внимания. Их женственность развивается только в более позднем возрасте. Но когда это происходит, у них нет соперниц. Девы красивы, величественны и соблазнительны. Их заниженная самооценка тоже в прошлом. Дева начинает наслаждаться своей красотой. Она знает, как подчеркнуть свою красоту одеждой и заодно скрыть любые недостатки.
Мужчин держат на расстоянии, дозволяя обожать себя и лишь надеяться на благосклонность. Ее избранник до конца дней будет в плену ее очарования. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким, сегодня и всегда.